Всем здорово, ребятушки! Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик Бравл Старс. Мы будем сегодня испытывать Барлика. Вот такой вот у меня Барли. 1 плюс 300. Как видите, у меня уже 16 кубков на апана. Трешую в рандомчике по полной. Ну, по чуть-чуть апаю кубки. Следующая цель у меня сейчас наапать на всех героях по 600 плюс. И буду дальше стремиться уже идти в топ. В общем, здесь у нас идет вот такая вот плюшечка. Сейчас смотрите внимательно на урон, который наносится. По 952. То есть 952 урона у него идет. Да задрали, блин. И плюс восстановление. Ну, если были бы еще нормальные тиммейты, которые просто задницу не прикрывают. Непонятно, каким хреном они страдают, но... Я тут один явно не справлюсь. В общем, с отхилом он тоже довольно-таки, я вам скажу, неплох. О, отлично. Отлично. Здравствуй. Я надеюсь, мы зажмем ее. Все, отлично. Уходи оттуда, ну куда ты? Ну вот сейчас вангую, сейчас просто сольется нахрен. Я люблю вот этих любителей потрешивать. В общем, вот так вот. Это плюс 300. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Особенно, если у тебя лабухи в команде, которые без отхила, и ты просто не знаешь, что делать. Я считаю, это отличный вариант для рандомчика. Второй же вариант очень обалденный, если ты хочешь наносить нормально дамага. Плюс 140 урона в секунду. То есть, по сути, это плюс 300 очей урона. Так, о, подарок, бесплатный ящик. Спасибо, 52 монетки мне очень нужны были, кстати, надо, давайте закупим скин на Кольтика, пусть будет, и нам останется темного ворона меху собрать. В общем, поехали, второй вариант, было там у нас 900 хреном, сейчас у нас будет нормальный такой ДПСник. Вот смотрите, как он там наваливает уже. Давай, идите, идите, come to papa. Только не надо меня сливать. Я ж пишу видео, ребят. Вот смотрите, что делает. Что он делает, что он творит. Красава просто. Только если бы у меня еще были нормальные тиммейты. ...1092 урона. Я вам скажу так, это обалденно просто. Если вы хотите убить ту же самую Шелли, вам хватает просто, ну, 3-4 плюшки, 3 плюшки, то есть она улетает. Ну, главное, чтобы она продержалась там по 2 секунды. Вот смотрите, просто мы сказали Шелли до свидания. Ну, сейчас меня могут. Был бы у меня подхил, сейчас было бы поинтересней. Ну, здравствуй, подружка. Забирай. Ой, блядь, я не могу с этого. О, отлично. Ух ты, как это она не слилась. Вот я просто ору. Сейчас по-любому она сольется. Ну это, блядь. Так, ну забирай. Ух, добили. Красавчики. На, собака, на, и тебе я дам прикурить.
Так, тихо-тихо-тихо-тихо-ша-тихо-ша. Не сливаемся. Блядь, да ладно. Хорош. Забирай. До свидания, ворон. Я сказал до свидания. Ты меня, походу, не услышал. Забегай, забегай, на-на-на-на-на-на. Вот так вот. Потом бегаешь просто и трешуешь, просто их нахрен унижаешь вблизи. Они уже ничего не могут сделать, потому что, ну, по сути, 3К урона, то есть с 3 плюх сразу же 3К урона, плюс каждая плюха, если нормально падает, это еще плюс 1К урона с каждой. То есть 6К можно свободно не вывести. Поехали дальше. Оу, Майк. Хочу поиметь 8-битку. Это надо сделать, ребятушки. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Здравствуйте, ребятушки. Как ваши дела? Я вижу, что отлично. Восьмибиточка, ты мой друг. I love you, baby. Так, Динамайк, ты что-то там разошелся. Что ты такой резкий, дерзкий бабуин деревенский? Ты посмотри на него. А так, а так. Значит, и 8-битка как-то не впечатляет в его исполнении. Здравствуй, мой юный друг. Ну, короче, вот как-то так, ребята. Вот мне вот этот вариант дамажный больше всего нравится, честно говоря. Ну, понятно, Пока всегда. А, там первая сила попалась. Ну, такое себе. Ну, что я могу сказать? То есть, вот, как вы видите, он реально обалденный. Так, ладно, пересоздадим. Поехали, сольемся в следующий. Он обалденный ДПСник. Еще с 10 силой на урон. То есть, просто надо немножко научиться им бегать. Точно так же, наверное, как и Динамайком. Просто этот попроще, скажем так, он больше урона будет выдавать, особенно вот так вот. Вот так вот я сказал. Ну что, ты хочешь со мной поиграть, бэйби? На, до свидания, до свидания. До свидания, я сказал. Вот посмотрите, они пока подбегают, они уже практически дохлые. То есть она, пока она добежит, я уже тут начудю. Я сказал начудю. Так, полет нормальный. Привет, бро. Хорош. Ну, то есть, как видите, особого тут какого-то мега-мега умения тут не надо. Можете даже на автоатаку жать. Он будет на ближних героев просто скидывать. Здравствуй, друг. Вот пока он бежит, он уже слит. Все. Закидываем следующую плюшечку. Раз. Два. Ну иди еще три. Вот, и все. И ты себе просто в кайфе, просто тут обалденный герой, если ты хочешь просто поунижать. Понятно, там силы у них маленькие, но я вам скажу так, против Барлея реально очень сложно бороться, особенно если, допустим, а у нас сегодня нету этой карты,
на захвате, на этой, хотел сказать, не на роборубке. Ну, давайте в большую игру, кстати, сыграем. Если воевать против него на захвате болтиков, то есть там реально, реально сложно. О, блин, у меня не та пассивка, к сожалению. Обидно. Смотрите, как сейчас будет проходить мега слив. Здорово, ребят. То есть, как бы вы тут ни бегали, ни старались, реально им очень сложно. Посмотрите, плюхи по 1,5К. Что бы они тут ни делали. Блин, подвисает, обидно. Ну, зато весело. Это я что-то хрень сделал. Ну, с отхилом было бы получше намного. Еще подвисает, обидно. Вот как-то так. То есть можно полностью жахать всех. Очень веселый герой, как видите, что там у нас против 5. Ну, в принципе, нормальная, нормальная. Ну, одни Шелли. Я не знаю, что там они Шелли бегают. А, сейчас Шелли, в принципе, пассивка ездишь на отхил. По сути, интересно, 20 секунд. Интересно, интересно. Давайте, кстати, ради интереса попробуем. Хотя, может, нам повезет. Давайте еще разок попробуем в атаке. Ну, Барли реально очень крутой на дамаг. Мне нравится. О, против нас Шелли. Здравствуй, подружка. Здравствуй, здравствуй. И вы тут себе просто можете наперед кидать. То есть в таком варианте мне интересно просто как. А, у нее, скорее всего, пассивка не будет отрабатывать на полную. Самое главное не подбегать вблизи к ней. Вот смотрите, по штуке урона, но чем неплохо.
300, при том, что я даже не слился ни разу. Все, до свидос. Ну, вот как-то так. А там восьмая сила всего лишь была. То есть герой хороший везде. Давайте еще сбегаем в ШДшку. Там, конечно, карта сегодня не ихти. Парная, побежим. Для него. Для него хорошо, когда есть какой-то лабиринчик. Тут пайперы сейчас тащат. Да добивай ты его. Хотели мою крошку убить. О, здравствуй, 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 юный ты друг наш. Обожаю тебя. Так, ну не беги, не беги, там же ж девятый кольт, ну. Да ладно? Блин, вот это он везучий, конечно. А-а-а! Чуть-чуть не хватило. Эх, надо было все-таки не авто кидать, а наперед закидывать. Ну, кубки не слили, по крайней мере. Давайте еще разок. Что там у нас есть еще? Награда за поимку. Вот тоже, в принципе, здесь довольно-таки неплохая карта, как по мне, для него. Ну, конечно, здесь тик просто божественный. Так, минус один сделали. И сделали нам минус один. Так, опять размен сделали. Отлично. Ну, то есть здесь тоже хорош, но здесь мне тик, блин, больше нравится как-то. Отлично. Ну, сейчас можно просто стоять, выжидать. Так, кто тут к нам идет? Отлично. Ждем, встречаем. Ай-яй-яй, чуть-чуть меня не спасли. Тридцать на 20, в принципе, нормально. Более чем достаточно. То есть, как видите, можно и здесь даже им бегать. Герой действительно классный. Блин, дамагер супер. Вот 21 апнули. 21 ранг.
550 ровно кубасиков. То есть таким вот образом я бегаю там каждый день по чуть-чуть до апова. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.